Привет всем! Добро пожаловать на мой канал о рукоделии. Очень рада вас здесь видеть. И в этом видео я сделаю 5 новогодних открыточек в стиле Clean and Simple. Я подготовила такие вот 5 заготовочек для открыточек и разная декоративная бумага, элементы. Также я буду использовать какие-то ленточки, блесточки, стразики. И давайте приступим и начнем с такой вот салатовой открыточки. У меня такой вот текстурный картон. Для декоративной вставки буду использовать такую вот красную бумагу с рисунком имитацией вязки. Теперь я вырезаю из такого фетра, такого же цвета, как основание открытки, вырезаю треугольник. И теперь по этому шаблону вырезаю такой же треугольник из фетра. Я сделаю такую вот бархатную звездочку наверх елочки. Можно переходить к склеиванию основных элементов. И мне осталось добавить только надпись. Надпись я сделаю на таком вот пергаменте полупрозрачном. Итак, первая открыточка отправляется сушиться. Переходим к следующей. И следующий дизайн будет очень минималистичным. Это будет просто открытка с небольшим рисунком. Таким вот плавным зигзагом сейчас нарисую елочку. И елочку я буду посыпать глиттером, поэтому в первую очередь я сделаю надпись. И теперь я использую просто клей ПВА и им нарисую и теперь очень плотным слоем я посыплю этот весь клей вот таким вот глиттером. И оставлю это все подсохнуть и тогда закончу декор. И вот такая абстрактная елочка у меня получилась. И давайте переходим к следующей. Она у меня будет такая темно-зеленая. Тут я буду использовать декоративную панель. Дальше мне понадобится голографический картон, с которого я вырежу также треугольник, имитирующий елочку. Я соединю эти две части вставки и объединю их с помощью такой вот ленты. Теперь клеим елочку. Теперь приклеиваю этот отрез картона на основание открытки. И очередная открыточка готова. Переходим к следующей.
когда я подготовила основные декоративные элементы, я перехожу к склеиванию их. Но мне еще нужно, сориентировавшись, где я буду размещать элементы, я рисую веточку еловую. И теперь перехожу к склеиванию элементов. В первую очередь клеим шар наш, супер блестящий. И добавляем надпись. И отправляем это под пресс, чтобы оно хорошо склеилось. И следующая открыточка также будет в стиле Clean and Simple. Я вырежу несколько полосочек, которые наклею на свою открыточку. Теперь распределяю, где какую полоску я размещу. И финальным штрихом в декоре этой открытки будет бантик с атласной ленточки. И отправляем ее также немножко под пресс. И это последняя открыточка в серии Clean and Simple. И давайте посмотрим на все открыточки вместе. Вот такие открыточки у меня получились. Стиль Clean and Simple чудесно подходит для современного мира. Не надо много времени тратить, не надо много навыков. И получаются очень яркие, интересные открыточки, которыми можно порадовать своих близких на праздники. Надеюсь, что мои идеи вас вдохновили на создание своих чудесных открыточек. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на новые видео, чтобы увидеть еще много всего интересного. С наступающим Новым годом вас! Всем пока!